здесь отловил Воронков Стася для выяснения отношений. И пошел там обмен достаточно серьезными ударами. У Стася как минимум два пропущенных таких очень серьезно. Но берет он захват. И не исключено, что закончит этот бой переводом соперника. Партер освобождает ударную руку Стась. Арбитр нам переграждает эмоции. И вот теперь уже вверх берет Воронков. 8:48 до конца второго периода. 1-0. Счет первого на табло в пользу авангарда. И бью его. Воронков под этим девизом проводит сегодняшнюю встречу. Его уже, по-моему, всем игрокам этой команды досталось. У Акбарса у шестерых защитников ни одного силового приема за две серии. Вот это интересно. Воронков снова достается Готовцу, но он уже сорвал свои аплодисменты после заброшенной шайбы. Воронков! Продолжается. Радулов вдоль борта туда за лицевую линию, там Балдаев. Перехватывает Воронков, это может быть опасно. Самбра, это гол! Это гол Дмитрия Воронков. Вот так пробивает Яниса Кан. В основное время, до конца которого, кстати, 4:15. Да, достаточно времени у Акбарса на розыгрыш большинства. Галимов, ух ты, она залетает! Похоже, это дубль Станислава Галимова. И уже 4-3. Переправил эту шайбу в сетку ворот, бросал поворотом Галиев. Но Воронков катит первым. Как быстро в этой встрече все поменялось. Игрок обороны Казани. Вот момент! Ух! Мог все заканчивать Шелунов. Сотая шайба в карьере в КХЛ в овертайме. А как могло быть красиво. Но Рейдеборн пока отменяет фейерверки в честь сотого гола Шелунова. Воронков! Воронков ставит точку в этом матче, заставляя Акулова. Они будут получать игровое время. Игроки обороны казанской команды. Так, здесь Воронков уже такие прям совершенно недружественные обнимашки с Дергачевым. И это заканчивается удалением. Ну, сейчас посмотрим, в чью сторону. Может быть, обоюдный штраф. Вот мне почему-то кажется, что Воронков с Дергачевым драться не будет никогда. Почему? Не знаю, вот почему-то мне так кажется. Так, вот тут Воронков сбивает Пагина снова. Дергачев вступает за партнера. Отдельную камеру и следить за всеми его действиями. Что на скамейке, что на площадке. Да просто везде. Момент у Воронкова. Закрывайки Акбарса.